Оплошность водителей и небрежное отношение людей к правилам проезда в общественном транспорте зачастую приводят к травмам, которые пассажиры получают в городских автобусах. В целях профилактики такого рода дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД и представители автопарка провели акцию «Береги себя» в Петропавловске. В ходе акции были изготовлены специальные яркие наклейки, которые размещены во всех автобусах нашего автопредприятия. Безопасность пассажиров у нас всегда была на первом месте. Поэтому огромная просьба к пассажирам при движении обязательно уступайте места инвалидам, людям преклонного возраста, а также пассажирам с малолетними детьми. Этим людям в момент, если вдруг возникнет какая-то аварийная ситуация, будет очень тяжело удержаться, если они стоят. К большому сожалению, пассажиры не выполняют элементарных правил безопасности при перевозке в автобусе. Заходя в автобус, становится в проходе, начинают считать деньги, ждать сдачу. При движении передвигаются по салону. Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем пассажирам. Когда вы переезжаете в автобусе, при посадке в автобус, в обязательном порядке держаться за поручни, либо за специальные петли. И во время движения ни в коем случае не передвигаться по салону автобуса до полной остановки транспорта. Также в рамках профилактической работы с водителями автобусов провели беседы о том, как не допустить травмирования пассажиров и как вести себя в случаях, если происшествие произошло во время следования автобуса по маршруту.